Друзья, всем привет, всем доброе утро. У нас здесь уже процесс приготовления пошел, начался. Короче, у нас сегодня планы такие. Вчера мы были у родителей, сегодня сестра уезжает, все, домой в Сургут. А мы, ну, родители проводят ее, а мы поедем потом в Тольятти. С ночевой, с шашлычком. Мы сходили сейчас с Олегом на рынок, купили мясо. Шейка? Шейка. Короче, большой кусок купили. Сейчас режут на шашлык. Сейчас, ну, его, ну, как бы замаринуют, там соль, перец. Чтобы уже был готов, чтобы мы приехали туда и сразу стали жарить. Вот. Здесь вот у нас кулечек тоже. Ну, Олег сейчас тут порежет на шашлык. И это, в общем, мясо будет на плов. Сегодня у нас будет шашлык там, а завтра с утреца, наверное, ну, в обед, может быть, ну, плов приготовить на костре в казане. Вот. Ну, мы едем с родителями, с Настей, с другом, с подругой. Вот. Настя отработает, и мы поедем. Ну, это ближе к вечеру, как раз Наталью родители проводят, посадят на поезд, и все, и поедем. Ну, к вечеру туда приедем. Как раз на ужин приготовит Олег шашлык. Вот, и что еще, что еще? Ну, Олег уезжает тоже скоро на работу. Как раз таки вот мы там погостим в Тольятти, и потом почти прямиком и в аэропорт. Ну, через дом, конечно. Купила я вот такой вот соус шашлычный. Хотела томатную пасту, именно, ну, буздятскую томатную пасту не нашла, у нас здесь на рынке нету, в этот, в перекресток зашла, нету, только вот такой шашлычный. Я хочу приготовить сацебели. Взяла кинзу, кочочек. Сейчас Олег разберется здесь с мясом, и я начну готовить тоже соус. Ну и все. В принципе-то все. Больше ничего такого. А, сейчас я вам покажу. Мы же вчера зашли на Валбрис, что Настя заказала себе. Сейчас покажу. Там ничего не стала снимать, там как-то, ну, не очень удобно было. Сейчас покажу. В общем, смотрите. Мне так понравилась вот эта футболочка, ткань именно. А? Прям вообще такая мягкая-мягкая. Это Настя себе заказала. Серенький цвет, приятного. Приятного качества. Здесь вот сзади вот такая вот что-то... Что-то надпись какая-то. Вот. Это Настя себе заказала. Это Gloria Jeans. Взяла Эльку. Я померила, тоже хорошо сидит. Вот. Потом вот такая вот футболочка. Просто белая. Это, кстати, у нас уже после стирки. Они такие мятые. М-ка. Это я себе взяла. Настя себе вообще заказывала вот футболочку такую. Ну, как примерить, померить. Как, ну, и выбрать. Ну, так как мне там ничего не подошло, я там себе ветровочку заказывала, ну, примерку сделала, не подошла большой размер. Думаю, что я как бы без всего, что ли, пойду? Я говорю, давай я тогда вот эту вот возьму, белую футболку, ну, на работу тоже пойдет, да и так ходить. А Настя себе выбрала вот такую вот, такая же, как и белая, такая же, прям они одинаковые, только это чуть-чуть такая с желтоватым оттеночком такая... Теплый цвет, это холодный цвет. Это чисто белый, это не чисто белый. Вот. Так они одинаковые. А, что еще? А, ну еще Настя обувь себе заказала. Но что-то она не хочет их показывать. Но мне так, так они понравились. Кедики заказала. Блин, такие прикольные. Они так классно смотрятся на ноге. Ну, не хочет что-то показывать. Ну, даже теперь такие хочешь. Ну, мне понравились, да. Нет, такие не хочешь. Вот. Настя не накрашена, говорит, не снимай меня. Да у меня на голове чуть что. Говорит, голова грязная. Но у меня тоже, я сейчас пойду в душ, помою голову сразу. А потом начну творить, вытворять на кухне чудеса. Ой, на улице такая жара. Вообще, мы сейчас до рынка-то сходили, с Лизой сразу пошли гулять, и тут на рынок пошли. Как Лиза к этому отнеслась? Да нормально, что? Как обычно. Главное, ни дома, ни одной. Я с вами хоть куда, главное, не оставляйте меня дома одну. Нормально. Прям это пот по спине течет. Yeah. Жарко. Ну, блин, мне нравится такая погода. Классно. Приедем, там будем загорать, наверное. Нет. Наверное.
Ну, дома у нас не так жарко, нормально. Ну, душновато. Ну, чуть-чуть, ну, ну не прям так, чтобы жарко было. Кондёра-то нет у нас здесь. Опять антенна у меня тут торчат, всегда торчат антенны. В общем, ладно, друзья, пойдем дальше вытворять, чудить. Ну, потом включимся. Кстати, футболочки дешевле, чем в магазине. Ну, на Валберсе они подешевле. Да. Ну, по крайней мере, у Насти в приложении. Я со своего аккаунта захожу, у меня подороже почему-то. У Насти немножечко подешевле. Дешевле, чем в магазине. 560, что ли? Да. Ну, а в магазине они 600. Мне кажется, 700. 700. Ну, в общем, вот что-то такое. Короче, это надо стирать, а это постиранное надо гладить. Наконец-то добрались. Наконец-то. Лиза присела. Так, что тут у бабушки в огороде? Со заборчиком. Много чего. Лук тут такой у нее хороший. Прям такой зеленый. Призеленый. О, какой. Большой. Морковка, свекла. Ну, пойдем. Так, пойдем. Стук какой-то, что ли. Пойдем скорее. Так, Настя еще не приехала с другом. Так, что тут? Фух. Жара-то. Вообще жарко. Короче, ну давай сразу в комнату все заносим. Ну, заноси, да. Ой, бабушкина коробка. Лиза, пошли смотреть бабушкины цветы, нюхать. О, лилит, вообще не видать практически. Чё тут какие-то желтенькие. О, клубника висит. Ягодка висит. Ой, какую бы вкусненькую сорвать. Ой, какая красота. Надо брать. Ягода уже покраснела тут у тебя. Надо ее собирать. А? Мы закрыли доской там. Цветочки, что-то тут. Так, ну-ка иди сюда. Не ходи далеко. Да. Так, ну ладно. Надо переодеваться. Бабушка говорит, там один огурчик появился. Плохие огурцы. Да ничего тут. Тут появляется вон они. А где тут у тебя уже огурчик? На той стороне. Ой, так тут у тебя 3, 4, 5. Высохло, который покупали. Это что, груша же, да? Это абрикос. А, это абрикос. Вот это абрикос. Абрикосов нет. Так. Папа Олег у нас тут что-то делает уже. Вон там у нас шашлычок. Огурец он висит, чуть-чуть не видишь-то. Да я не вижу. Я совсем маленький вижу, а большой не вижу. Что, прям большой, что ли, висит? Ой, ты уже надо, не закрывай их вот так вот. Да я не закрываю. Где ты видишь огурец? Я вижу огурец, видишь, огромный прям. Огромный? Пап, где? А где? Тут не видать. Только бабушка видит. Ой. Да нет, тут. Дед, ну так нету.
Огурец видите? Я не вижу. Вон огурец видите. Давай. Так, что тут у нас? Что тут у нас? Картошка. Все взросло. Ой, яблоки, яблоки. Яблочки. Базилик. Ой, красота, все зелено у бабушки тут. Вишня. Вишню, кстати, они вон собрали. Привозили уже 2 раза. Это еще поспевает. Фу. О, а это побольше яблочки. Ой, молодые уже приехали, там переодеваются, да? Ну что, а? Малина, что ли, есть? Да, чуть-чуть поспела уже малинка. Так. Шашлычок. Так. Короче, добавили немного приправы, которая у нас была дома. И горчичку. Угу. Ну и, соответственно, перчик, соль. Вкусно пахнет. Как надо? Соль? А? Соль надо. Сейчас и... Настя. Настя пойдет рвать лучок. Нож. Так, Настя что-то тут творит. Слушайте, творит, дайте мне творит. Вина, мне налили, оно сейчас остынет. Так, это... Ой, в смысле это? И... Ну да, остынет винцо. Лен, кастрюлю на мясо. Я же и там положила эти, или надо кастрюлю? Кастрюлю? Ну сейчас я принесу. Ладно, сейчас принесу. Вот, давай в разнос. Ну или в кастрюлю. Ну, в кастрюле оно не так быстро остынет. Ну, сейчас принесу. Настя винцо бельника попивает. Хочет попивать Алазанскую долину. Угу. Лучок. Хочешь? Что, не помещается сюда? Поместится? Укладывай. Нормалек. Диз устал. Туда-сюда, туда-сюда, да, за всеми. Куда я, туда она. Дедушка, как всегда, с лейками у нас. Лучше досолить, чем пересолить. Лучше я солила. Друзья, доброе утро. Олег уже загорает, лежит. Я, короче, пошла собирать клубничку. Ты пойдешь со мной? Это клубника? Нет. Ну, и лежит так-то. Взяла мисочку большую. Надеюсь, наберу. Так, короче, надо сначала тут. А? Я здесь. Клубнику. Так, что тут-то? Тут-то нет. Вот она вот здесь вот где-то начинается. Вот она. Настя что-то проснулась. И опять ушла в комнату. Мелкая, но она вкусная. Ягодка. Малина уже созревает. Кстати, малина. Лизок, ты идешь что ли со мной? Малинка. А тут еще смородина тоже уже созревает, темнеет. Вон она. Смородину я люблю. Пока еще не дозрела. Белая малина. Ну, вот эта желтенькая, которая тоже. Бабушка, ну да, вот она. Бабушка говорит, много ее будет. Хорошо. Крыжовник. Крыжовник я не ем. Тоже краснеет, но еще зеленый. Шалатик. Ты идешь, Лиза? Где она? Вот убежала за мной. Ну все, буду собирать.
Прямо в рот можно. Даже грязную. Ну вот, сколько насобирала, больше нет. Пока столько. Сладкая вообще. Сладкая? Да. Вообще вкусная, здоровская. Лизу жажда замучила. Жарко пьет. Но не кушает. Сухой корм не ест. Так, курочку поела. Сухой не хочет. Все пьет и пьет. Да, Лизок? Жарко? Ну, ничего, ничего. Ты снимаешь тут? Вот так вот мы и загораем. Великолепно. Я легла, и Лиза тоже решила спинку подкоптить. Так, что у нас тут? Зирвак или как это называется уже? Шоу-контроллер. Да, это у нас плов. Это плов. Зирвак. Вкусный плов, тут здесь так пахнет вкусненько, прям вообще. Вчера шашлыка так много было, целая кастрюля осталась. Сегодня плов, пловик будет у нас. Угу. 1,5 килограмма риса. Ты приправу все закинула? Нет. Нет? Хватит. Нормально она? Ну, вроде пахнет, да, ничего, да? А ты барбарис скинул? Да. Нормально. Вончу, вончу. Гремит, сверкает. Предупредили нас по СМС, что грозовой фронт идет. Пойдем, Лиз, сюда. О, кстати, септик появился. Я даже не заметила его вчера. Дождик, похоже, будет. Мы вчера ехали, кое-где был дождик, прошел, прям видно, ливень был, потому что лужи стояли. А здесь не было, похоже. Ну, что ты? Пойдем. Решили ближе к вечеру накачать матрас, чтобы полежать. Позагорать. Солнышко вышло. Сейчас быстренько накачают. И вон там на коробку уложат матрас. Настя уже уехала. Все, Самару, Лизу взяла. Мы завтра поедем. Олег завтра как раз таки уезжает на работу уже. Все, на вахту. Бабушка, что дедушка делает? Тлю убивает. Тлю. Тля все жрет, да? Ну какой аппарат? Дедушка, повернись задом, а? Задом повернись. Ой, жук называется. Да. Пойдем, кстати, собачки опустить. Горох не отрыскивай, убери. Я, короче, полежала, позагорала, солнышко садится, ничего не греет. Матрас такой огромный. Откуда он такой? Не, ну другой жить был у нас. Здесь, короче, шишка вылезла, что-то здесь лопнуло. Серединка. Перекачали, ну. Я не знаю откуда. У нас другой был. Без вот этой спинки. Без подголовника. Прямой был. Доброе утро. Собрала вот такой вот букетик. Посмотрите, какой.
пакетик. Душица и лимонник. Лимонник, душица. Пахнет. Бабушка вон в огороде. Сегодня поедем уже в Самару. О, Олег проснулся. Вчера надували матрас, он за ночь он сдулся. Прям полностью. Сейчас кофейку попьем. Домой привезу, засушу. Чай будем пить зимой. Вкусный. Мне нравится сдушиться. Вообще как вкусно пахнет. Еще у бабушки лимон, мята есть, но она еще маленькая. Пусть растет.